Итак, друзья, ну что, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике я хотел бы подвести итоги по всем так называемым фастом проектом, в который я входил в самые последние дни. Я расскажу, где, сколько я заработал, в каких проектах продолжаю находиться, с каких я уже вышел, но они работают. Нет, там нету еще скама. И почему я это сделал. В общем, друзья, вся информация, где, что, сколько, мои мысли, где еще буду вкидывать, где уже вышел и для чего, в самое ближайшее время расскажу и покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Итак, давайте сделаем привычный нам экран, друзья. И первое, что я хочу сказать, по проекту Yera и USDT, я писал о нем в телеграм-канале, делал несколько видеороликов. В общем, друзья, я с него выхожу. Нет, там скама нету. Более того, я вчера написал пост по этой теме, да, что прошла АМА-сессия, и там все хорошо, круто, здорово. Но, друзья, короче, во-первых, почему я это сделал, как видите, по Райсеру. В общем, через 28 минут уже будет первый снапшот, и я выиграл аллокацию, минимальную аллокацию, я думаю, меньше я точно не получу, в $500 на IDO в Playbox. Если мне повезет, и я выиграю в лотерейках, это будет еще больше, может быть, $1000. Поэтому мне нужны деньги, чтобы залететь сюда. С Era USDT я выхожу полностью, и чистыми я забрал оттуда где-то $350. 300, 330, может, 350. Сейчас мне придут еще последние, и вот я выхожу полностью. И она работает дальше. Инвестировать вам в нее или нет, думайте и решайте сами. Одно могу сказать точно, что сразу, когда я только сделал первый пост, первый видеоролик, второй пост, третий пост, пятый, блядь, второй видеоролик, каждый мог зайти и заработать там, смотря в зависимости от вашего депа, но каждый мог заработать. И не надо потом ныть и говорить, говно, говно. Ну хотя, что вам еще делать? Нойте, говорите говно, нойте, бегайте по бесплатным херням, там ничего не зарабатываете и продолжайте дальше ныть, потому что больше вы ничего не можете, ни учиться, ни развиваться, ни что-то принимать, отдавать себе риски и отчет. Ладно, не будем о плохом, нахрен это не нужно. В общем, поехали дальше. Значит, первое, Era USDT. Я выхожу, зафиксил чистую прибыль, там где-то порядка $300, $350. Все это буду в Era, ой, в Era, блядь, в Playbox инвестировать. Идем дальше, банкомат. По банкомату. В общем, друзья, важное, по банкомату покажу, как выводить. Многие, оказывается, не знали, как выводить. В общем, друзья, касаемо банкомата, как я и писал, вообще, вы заметили, что я, ну, не балабол. Если я говорю, что я влетаю, я влетаю. Если я говорю, что я выхожу, я выхожу. Если говорю, что покупаю, то покупаю. В общем, не суть. По Era USDT, ой, бля, по банкомату. Я, как и написал, купил себе сейф еще за $5 и за $10. Опять же, да, каждый, кто со мной зашел, и после поста, и после видеоролика уже легко закрыл первый сейф и заработал деньги. Как я и писал вам потом, хотите дальше покупайте новое, хотите покупайте за 10, еще раз за 5. Хотите не покупайте, можете забрать бабки и уходить, и не ныть. Главное, да? Все, заработали, красавчики. Значит, по новостям по банкомату. Мне вообще здесь все нравится просто с кайфом. У меня через один день отработает еще раз сейф за $5, то есть я получу здесь прибыль. И через 3 дня заотработает уже сейф за $10. И потом я уже смогу купить сейф за 25. Что буду делать я? На данный момент, именно на сегодня, да, потому что я всегда анализирую, смотрю чат и так далее, стараюсь, по крайней мере, это делать. Я склоняюсь к тому, что я куплю сейф еще раз и за 5, и за 10, и за 25. Причем у меня, ну не у меня два аккаунта, а я инвестирую. И жена моя инвестирует. У меня два аккаунта нет. Я против Сибила. Я против мультяков. Я отдельно, жена отдельно. И вот на два аккаунта я думал, что я так куплю. Вот эта движуха мне нравится. Мне нравится, как здесь заряжен админ, как и в принципе в EraUSDT. Но EraUSDT, там я крутил очень большой деп, он мне сейчас нужен. Здесь такой деп не нужен, а заработок в целом тоже неплохой. Поэтому здесь, именно по банкомату, пока работаем, все супер, все четко, отлично. Далее криптокликеры, друзья. Давайте покажу, открою.
Значит, помните, покупал я себе за 200 долларов, за 200 баксов я покупал, открутил, отмотал, забрал чистыми порядка 20, там, пускай с учетом комиссии, 20 долларов сверху. Друзья, касаемо автоклики, криптокликера, это вообще гем. Вот это, ну, кто тут напишет, что пирамида? Да, конечно, пирамида. Но я уже устал объяснять, что такое пирамида, а что нет. Полгода живет проект. Если вы хотите реально что-то надежное, не переживая, там, что там закроется, там, как RUSDT, может, там, или даже банкомат, там, что угодно, это вот, криптокликер. Да, немного, 1% в день, но все-таки 1% в день стабильно. Забрал, ушел, забрал, ушел. Вот. Отсюда я выводил, чтобы закинуть в эру погонять, и плюс еще там хотел залететь в этот самый, помните, да? Купить Старка, откупить дно, но не получилось. В общем, здесь, я думаю, еще куплю себе за 200 долларов. Может, больше. Посмотрим сейчас, сколько мне выпадет вот после аллокации, после вот этого. Может, куплю там за 500 баксов или за там за 2, за 200. Ну, посмотрим, короче, что-нибудь возьму, потому что оно кажется, знаете, 1% кажется херня, привыкли много, хотя когда много, мы говорим, скамуха, когда мало, неинтересно. Но в целом движуха рабочая, и это почему бы и нет, ну, как бы, мне все вот это нравится. В общем, друзья, показал, рассказал по итоговым доходам из всех проектов, которые были в последнее время на канале, все отработали, более того, продолжают работать и дали заработать, что, естественно, является плюсом. Залечу в этот IDO по Райсеру, там, я уверен, тоже мы все заработаем 100%. Криптокликер я еще тоже куплю. И по банкомату, значит, подведя итог, да, друзья, сколько идет время, так, 6 минут. И по банкомату, естественно, тоже буду, скорее всего, покупать столы, потому что здесь мне нравится, как работает. По ERA-USDT, возможно, если меня каким-то чудом Райзер сбреет, то я залечу обратно. Ну, потому что там тоже мне нравится развитие, но там неинтересно гонять 10 долларов. Вот здесь интересно гонять 10 долларов. Там 10 долларов гонять неинтересно. Ну, честно говорю, как есть. Там надо нормальную сумму гонять, чтобы было приятно. Друзья, в принципе, на этом, наверное, можно, наверное, и закончить. Единственный момент, который я хотел бы еще выделить, сказать, наверное. Давайте я сейчас вот сделаю так, чтобы меня было прям нормально видно. Друзья, вот смотрите, давайте вот порассуждаем с вами, вот как есть, да, по факту. Значит, проектами закончил, ссылки оставлю на все в описании. Dior, не финансовая рекомендация, хотите покупать, хотите нет, вообще. Я заработал, каждый, кто со меня послушал, залетел, тоже заработал, не суть. В общем, смотрите, когда мы залетели в Moneyflow и потеряли там по 5 долларов, я там, кто еще залетел, да, вы начали там, говно, пирамиды скам. Когда заработали, вот смотрите, ERA-USDT, люди уже заработали, я же вижу, да, там аккаунт, который покупают, сколько им приходит. Вот этот самый, банкомат, знаете что, никто не написал, типа, о, красавчик, все, заработали. А когда они заработали, все вот фадят и срут. Ну вот как это называется? Вот как это называется? И вместо того, чтобы понять, принять, поанализировать, спросить, уточнить, поинтересоваться, вы просто срете в комментариях. Срете в комментариях и ставите будильник на завод. Потому что зачем? Лучше, да, вау, вау, это скамина, да, вау, вау, это говно, чем реально попробовать. Я уже молчу про то, что таких можно терять час. Мы можем терять раз, два, три. То есть, понимаете, там зашел проект, потерял, зашел где-то, потерял. Это может быть, как и любой инвестиционный проект в крипте. Любой, покупка любого токена. Ну, стейбл Луна скамится. Че, скам? А если бы не соскамился? Фундаментальный проект. Блять, ну пиздец, ну что это такое? Ну, короче, у меня нет слов. И вот вместо того, чтобы как-то вот чик-чик-чик-чик-чик, ну я не знаю, друзья, вы понимаете, что вот может один проект не зашел, второй проект не зашел, третий проект не зашел, а четвертый зашел так, что ты просто вот так вот зашел просто, блин, на заводе, открыл, все, зашел, Иван Петрович, на, я увольняюсь, все, закрыл. Потом по-любому вернешься, потому что легко пришли, легко ушли. Но сам факт, друзья, сам факт. Поэтому, в общем, всех обнял, приподнял. Друзья, думайте, что делаете, стараемся зарабатывать, но риски всегда бывают, и в деле, когда, вот, как бы, понимаете, инвестиции сигналем, невозможно только зарабатывать, всегда вот так вот. Ну, а если что-то включать, там, тык-тык, то на это можно хорошо двигаться. Всех обнял, приподнял, всем профита, всем спасибо, всем пока.